Добро пожаловать, друг. Я научу тебя основам. Начать. Ну давай, учи меня основам. Переместите краба в центр области. Вы можете использовать джойстик или мышь. А чё он у меня так боком-то идет? Используйте ускорение, чтобы двигаться быстрее. Сделайте двойной щелчок или нажмите кнопку контроллера для ускорения. Ага. Ешьте пищу, чтобы восстанавливать здоровье и расти. Так, хорошо, давай съедим это все. Я, по-моему, подрос. Так, это кто такой? И двигайтесь на врагов, чтобы атаковать их. Понял. Идите сюда, враги. Я вас буду атаковать. Порубил. На крабовые палочки. На, получи, маленький засранец. Так, ну и что? Вы найдете оружие и сокровища в ящиках. Ты куда ты побежал-то? А, мы можем мышкой, вот. Можно кликать, и он туда и пойдет. Ну-ка, давай. Используйте оружие, чтобы улучшить навыки атаки и защиты. Это что у нас такое? Щит? Щит Капитана Америки? Оу, да мы прям эти. У игроков людей есть имена. Одержите над ними победу и заработайте трофейные очки. А я... Карл Гуннар, иди сюда. Иди, сказал, сюда. Сосунок. Ты посмотри, сколько монет дали мне. Отлично, теперь попробуйте использовать свои навыки против реальных игроков. Так, ребята, это у нас Король Крабов игра. Сезон 4 в ней идет. В Стиме она раздается абсолютно бесплатно. Также она есть на Android устройствах. Я вначале играл ее на андроиде, а потом, оказывается, узнал, что она есть в Стиме, и скачал ее оттуда. Ну что же, только разница, почему-то здесь 4-й сезон идет. А в Стиме. А на андроиде я играл, там всего лишь 3-й сезон. Ох ты, посмотри, смотри, какой жук. Не, я на него не пойду. Идите вы в баню. Так. Ты хорош, отвали от меня. Гость. А как мне свое имя... писать. Смотри, гад, а? Бежит ко мне. Дай-ка убежим от него подальше. Вот я вот мелкого. Ты посмотри, он до меня докоп... Он за мной бежит. Ой, ящик. Ящик! Да, тут... Что это такое? Монетки. Ну, что за дела-то? Воу-воу-воу-воу-воу! Уходим, 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 уходим. Зашибись, да, ребята? Так, еще акула, акула, ребята, опасная штука. Это я знаю. На андроиде я играл. Быстро меня там акула расчехлила. Слушай, тут народу прилично играет. О, часы какие-то. Или это компас? Это какие-то часы. Блин, куда? Пойдем, 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 пойдем. Ящик берем, пока этот краб тут тупит. Что там? А, горелочка. Ребята, обожаю горелочки. Кстати, вот эти вот жемчужины. Ой-ой-ой-ой-ой, уходим. О, патроны. Нормально. Нормально. Так, пойдем. Так, смотри, какой там зверь. Ё-просто, это что тут ползет? Появился ключ от сундука. Можем базуку взять? Можем мне базуку взять? Ты посмотри, что происходит. Дай базуку взять. Дай взять базуку. У нее, по-моему, зарядов мало, да? Где заряды? Вау! В пух и прах, ребята, я его разнес. В пух и прах. Так, ну-ка. А вот этого можно уничтожить? Ой, а что у меня? Слушай, он запарил. Опять гранатомет. Значит, нафиг он мне нужен, если у меня там патронов нету. Нет, есть патроны. Патрончики-то, оказывается, были. А что это из него выпало? Какие-то ремонтная какая-то фигня. Так, у меня размер. Ты посмотри, что делать, а? Ты посмотри, что делать. На!
Вот так вот, ребята. Захотел из-под тишка меня наказать. Дробаш, 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 давай, бери. Да бери, ты, говорю, дробовик-то, еб просыты. И патрончики к нему. Так, 16 патронов у меня есть. Ё-моё, куда я залез вообще, ребят? Давай его ушатаем, чтобы он тут не... Хе-хе-хей! Флаундер, иди отсюда, а. Так, щелчок правой кнопки специальный. Так, щелчок правой кнопки специальный, чё, слышал? Фига ты. Да все, 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 успокойся, успокойся, малыш, успокойся. Так, пойду, вон там энергетики какие-то лежат. Это типа ульты было, да? Черепаха. Ого! Ты видел? Черепаха непробиваемая. Она там, разборки. Краб на черепаху. Ой! Уходи! Краб, уходи! Черепаха, да отвали ты от меня! Прицепилась, ты посмотри на нее, а? Ух ты, а может быть взять УЗИ лучше? А я не знаю, насколько хорош УЗИ. Сейчас проверим. Так, смена оружия. Палка, автомат. Это еще что там? У некоторых уже тут питомцы, я смотрю, есть. Уходи, уходи. Там кто-то с пилой балуется. Этот чувак, если сейчас с дробовика звезда нет по мне, мне кажется, это что? Опа, 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 опа. Это что такое у нас? А вот этого можешь подбить? Он убежал от меня. Так, это с бутылкой вооружился. Или что это, бита у тебя? Мужик, иди сюда. Давай, как гангстеры поговорим. Разговор был короткий. Он акулу, он черепаху бедолагу бомбит. А я бомбить буду его сейчас. Я его бомбить не буду, знаешь почему? Потому что мне нечего. Хотя нет, патроны есть. Ой. Уходим. Уходим, говорю. Так, сколько у меня размер? 49%. Всего-то 49%. Ребят, что-то я куда-то не в тему влез, если честно. Да иди ты в пень. Дай бензопилу взять. Бутылка. Не, бутылка мне не нужна. Опа, там кого-то раздеребунькали. О, ящик, ребята, ящик. Щит. Теперь я с этим и с щитом. УЗИ и щит у меня есть. Иди сюда, иди, 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 иди. Все, что ли? А бензопила? Ты куда пилу-то дел? Фу. Я не виноват. Ой. Так, смотри, смотри, мелкий атакует черепаху. На помощь. Будем тут пилить всех. А пилота заканчивается, друзья. Я не понял, это что это? Этот мелкий оборзел, что ли, совсем? Лезет на меня. На! Ты глянь на него, а. Так, какие-то бусинки. По-моему, это жемчужины. Так, у меня размер уже 65%. Что это у меня за палка в руках? Какая палка еще? Что-то мне такое ощущение, что вот этот... Фига, чувак, с мечом... Джедай. Пойдем ему. Да, лучше вот так вот. Лучше его убейте. Блин, что это за краб? Псих какой-то. Ну нет, не надо. Не надо за мной ползти. Лезет уже. Наверное, бита будет лучше. Так, панцирь. Это, наверное, щит, типа. Так, по башке. Дай-ка я вот этот стаканчик возьму. Дополнительную жизнь. Да не нужна мне эта палка. Ты... Дай лучше биту. Так, энергетик. Какой-то энергетик подобрал. О! Иди сюда, мелкий.
Я говорю, иди сюда, хоть что-то брыкаешь. А как он интересно? А как он у нас? А как он себе там жизнь-то восстанавливал? Я не... Не надо. О, меч, ребята, меч джедай. Я хочу его взять. Ну-ка. Вот это я понимаю. Вот это я разошелся. Это у меня первоначальный краб. Я таких, как я, не вижу, ребята, здесь. Я, наверное, последний выживший тут. Из всех. Игрок Кристобель умер. Может быть, Кристобель и умер. А Рэйчик-то еще живой? Так. Ну давай, иди сюда. Двоим сразу же накачу. Так, размер у меня 77%. А интересно, а что будет, когда я соточкой стану? Так, ну, насколько я понимаю, вот это вот боты. У них нет имени. Ни имени, ни рода, ничего у них нету. Ну-ка, давай-ка вот сюда вот. Это тоже бот, по ходу дела. Бот несчастный, завалил я его. Так, ракушки эти мы едим. Вот это вот интересно. Вот, блин, у меня оружие кончилось. Дай хоть бутылку. Так, он, значит, с сосиской, да, на меня напал. Он, значит, сосисон взял и начал на меня нападать. Сейчас кому-то не сдобровать будет. Уронили меня. Да как так-то? Твою налево. Крамбация. Вот это чмошник, да, значит. Конечно, континь. Еще спрашивают, что, континь или нет. Да, начать. Блин, ну без оружия как-то, блин, вообще не в тему. Да уйди ты от меня, лезет. Что это такое? Все-таки он хочет. А как они так делают-то? Докопался, появился ключ от сундука. Где ключ от сундука? У меня появился. Он за мной бежит. Хорош, отвали. Так, что у нас там? У нас там топор и буква Е. Мега. Мега. Да. Что-то меня там. Да куда ты лезешь-то? Смотри, 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 смотри. Че нету? Бита, бита, бита. Там разбор не кислый идет. Может быть, вот этого накимарим? А, ребят, получится как бы. Давай надубачим. Все, отлично. Мы его отдубасили. Ух ты, это что такое лежит? Суши, что ли? Ох, неплохо. Смотри, 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 смотри. Такой же, как и я, только маленький. Еще маленький. Неокрепшая душа. На, на. На, и тебе тоже достанется от меня подарочек. Как я его сейчас откинул. Жестоко, а, ребят? Дай-ка вот это собрать. Ага. Жертва. Ну. Стоп. Бусинки. Не бусинки, это жемчуг, наверное, ребят. Ну вот это вот. Че это? Че я так медленно двигаюсь-то? Эй! Слушай, я могу сейчас взять вот такую штуку. Называется автомат. Ну? Так, я хочу все-таки проучить его. Слишком он борзый был. Кончился. Понимаешь, у меня ку... Тут, конечно, надо сматываться сразу же, как, ребят, только
шухером запахло. Надо свалить. Смотри, 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 смотри. Смотри, 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 какой. Какой ублюдок! Ублюдок! Просто-напросто, ребята! Пришел из-под тишка. Это же надо было появиться-то там. Сколько у меня? У меня 91% по росту. О, дробовичок, уйди. Да отвали ты от меня, а. Да я не успел, ребят, я не успеваю смыться, блин. Прикинь. Пипец, кверх ногами. Че это мы сейчас с тобой сделали? Суперудар, что ли, использовали? Рыжая борода, босс возвращается. Какая еще рыжая борода, блин. Так, это что у нас такое, кий? Опа, 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 чувак сзади с горелкой бежит. Дай-ка я возьму вот эту штуку. Сколько, 5 патронов. Погнали, на, давай дальше. Так, мне бы найти бы наших обидчиков бы. Вот это было бы вообще топово. Чё я взял? Какую-то соусницу, что ли? А размер все равно еще маленький. 94, ребят. Успею взять? Кто-то даже уже с питомцами там бегает, ты видел? Бегает тут. И тут всех налево и направо. Кто-то попадается, всем сразу же, ребят, вставляю пистон. Смотри, даже вот этому вставлю сейчас. 5 патронов. Опа, подарок какой-то. 2500. Сундук. С топориком, да? Хорошо, пускай будет топор. Ох, ё! Узи можно взять? Можно взять узи? Чё такой медлительный-то? Захар, а вот это уже реальный якобы игрок. Подожди, а почему я не могу ничего сделать-то? Ребят, я умираю от голода. Я умираю от голода. Сапоги какие-то вшивые валяются. Захар, ты опять тут? Слушай, дай я его топором. А почему-то он не убивается, ребят. Нет, он не убивается. Я его не могу уничтожить. Хряб, хряб, хряб. Вот так вот. Блин, ребят, 98% у меня размер. Ядрен, матрен, окрабье, конец игры, зашибись. Опять этот же хмырь, прикинь, меня завалил. Так, ну что, коричневый краб. Двойное ХП. Или экспо, экспо, конечно же. Так, ну что мы тут с собой заработаем? Так, ну новый ранг, бронза, друзья мои. Это вам не шуточки, это бронза. Все? Ага. Так. Главное. Ну что, давай посмотрим, что нам тут за это. Мы уровень получили, да? Да, получили, фига тут, смотри какой. Кальмар,
кальмар, какой-то краб, все подряд. Повышайте ранг, чтобы открывать новых крабов и получать сокровища. Взять. Ага. Красти крабс. Дополнительная жизнь. 3 штуки. Так, очки улучшения 5 штук и двойные монеты. Большой магнит. О как. Получайте призовые очки, повышая уровень крабов, убивая вражеских крабов и поднимаясь в таблице в рейтинге. Так, это что такое у нас? Уровень 1 стандарт. Это снижает получаемый вами урон на 4%. Фу, а почему бы и нет? Так, вот это возьмем. Очки навыков 3 штуки. Что еще мы можем? Опять яйцо. Дополнительная жизнь 3. Очки улучшений и опять очки улучшений. И опять. У нас уже много очков улучшений. А это я взять не могу или могу? Так, 10 жемчужин. Насколько я помню, жемчужины нам нужны для того, чтобы... Так, крупный урон от морской... От морской черенок. Ну, морской черенок, насколько я могу понимать, это палка вот эта вот, которая нам попадается очень часто. Так, редактируйте крабов, чтобы улучшить ваши шансы. Ну, понятно, что надо здесь. Так, здоровье. Атака. Давай, наверное, все в атаку вольем. Здесь дополнительная мощь для всех ваших крабов. То есть прочный панцирь. Сколько очков? 3. Для ускорения роста. Супер еда. Вот это я, наверное, сделаю, ребят. Перезарядка рывка происходит быстрее. Но это мне пока не нужно. Ой, ой, там еще по рангу еще можно. Так, рост от пищи 4%. Берем. Это для всех, я так понимаю, крабов, да? Действует. И шапка. Уменьшение урона на 4%. Вот такую я вот... Ты смотри. Смотри. С этой шапкой, как он смотрится. Прикольно. И тут у нас есть еще все крабы. Оу, да. Максимальный 13 уровень, что ли, у меня здесь? А, 13 монет. Редкость, редкость, стандарт. А чтобы его открыть, что нужно? Непонятно, что надо. Так, сезон. Взять. Краб-краб. Дополнительная жизнь 3. Так, очки улучшений. И быстро расти. О, фиолетового вихря краба мы открыли, прикинь. Серьезно, что ли? Так, изменить. А, это скин. Во. Слушай, вот такой мне скин больше нравится. Вот такой мне скин больше нравится. Может быть, скорость еще прокачаем чуть-чуть. И пока вроде все. А монеты зачем нам? А зачем мне монеты, действительно? А где магазин? Магазинов нет никаких? Сетевая игра, играть. А я во что сейчас играл? Не сетевую игру? Ага, тип игры. Дружеский матч. Ни один игрок не убивает. Игрок против игрока и чистое золото. Королевский бой. Я хочу в королевский бой поиграть. Это ПВПшка получается, да? Или как? Или на выживаемость? Игрок против игрока. Ох, ё-моё, что тут понавыпадало-то? Уйди от меня. Уйди, говорю, от меня. Да с какого перепуга-то он сильный-то такой? Какая-то здоровая штука идет. О, иди ты, парень, в лесом. Ты посмотри, насколько он здоровый. Да иди ты. Да блин, ребят, ну я попал в какую-то страну гигантию. Ты посмотри на них. Я на 1325 месте. Сейчас, в данный момент. Это что за говно идет, бежит за мной? А? Черепашка куда побежала? Я тебе хочу съесть. Слушай, он достал.
Он сам виноват. Иди сюда. А как он? Он до этого, блин, ничего не смог. А тут он взял меня и накумарил. Зашибись. Я в шоке. Блин, этот тут занял свою позицию. А, ну вот там черепа. Ну, меня опять кто-то бомбит. Я тебе сейчас возьму патроны. Патроны будут моими. У меня размер-то всего 18%. Уйди. Пойду вон того мелкого. Эрме. Власти короля пришел конец. Короля свергли. Его кто-то уничтожил. Я буду тут ошметки эти вот поедать пока. Которые тут валяются и, видимо, никому пока не нужны. А, тут же пауки, да, по-моему? Настучал, настучал по башке, пока он там что-то дурковал. Нормально. Так, давай вот этого, с бутылкой, который тут ползет. Ты смотри, стекай давай. Фига он там с пушкой был. Уходим. Нет, ну монеты же для чего-то же нужны, ребят. Чего? Тут еще крокодилы? Я тут мечей навыпадала у чувачка. Хе-хе-хе. Иди сюда, краб. Ё-моё, это кто такой? Это Тейдж какой-то. Я не знаю, что за Тейдж. Но я знаю, что мне нужно взять УЗИ. Этот со щитом, типа... Тихо. Типа крутой, что ли? Я ничего крутого в нем не увидел. Ага. Ну, я тебе скажу одно. У меня оружие забрали. Чё? А чё такой мелкий? Извини меня, такой живучий был. Голод. Или чайка, кто там из вас. Так, можно мне бутылочку шампанского вот этого вот подобрать, пожалуйста? Готов. Ты смотри, эти голуби еще в драку лезут. Или чайки, чайки это. Крокодила порвали. А я за УЗИ беру. Успею я его бомбануть? Да, конечно же, конечно же я его. А че я маленький таким стал? Эй! Меня почему-то уменьшили в размере. Ой, ты ее. Да ты будешь делать-то супер удар-то, ё-моё. Куда меня затянуло-то, эй! Чё происходит? Я не понимаю. Чё-то бам-бум. Фиг поймешь, не успел ничего сделать. Все, ребят, мне уже... Что там хотя бы? Что это такое я взял? Серп? Мы будем серпом бегать. Опять, да почему он возле меня-то все время появляется? Кто-нибудь мне вот это объяснит? Ну где там этот Да не ты. Чё-то, ребята, у меня хп вообще по минимуму. По минималочке. Ну, отхилялся. Успел, успел. Так, какое там у меня уже место-то? О, ребята, у меня уже нормальное место, кстати. Смотри, я уже четвертым иду. А где тот Ю, который там... Гаденыш доставал меня. Так, а вот у нас карта. А где я тут нахожусь? Вот. Там ключ, кстати. Нет, дай-ка я вот эту штуку лучше возьму.
Так. Пойдем посмотрим, что это нам за ключ. Сундук, что ли, сокровища какие-то, или что? Ну! Какая долгая, блин, тут битва. Есть. Нашинковал. Так, какое у меня место, блин, седьмое место, ребят. Седьмое твое налево место. Где я нахожусь? А почему ключ-то улетает? Уезжает, уплывает. Так, у этих разборка тут, я смотрю. Что-то мне не нравится, как он там нашинковывает одного за другим. Давай-ка мы куда-нибудь. Так, этого, можно этого нашинковать? На крабовой палочке, пожалуйста, его. Можно. Нужно даже. Дубинка. Так, а этого, интересно, смогу я побить? Смог. Критический удар. Так, вон там я вижу еще, по-моему. Ну-ка, бам, 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 бам. Готово, порвали мы его. Мы его порвали. Так, чайка, иди отсюда. Так, этот с дубиной там стоит. А у нас тоже тут голод есть, да, ребята? Голод тоже тут есть. Так, ну и что ты лезешь-то? Он лезет на меня, понимаешь ли. Так, вот ключ где-то рядом прям. Вот он. Доставить ключ к сундуку. А к какому сундуку? К какому сундуку? Молодцы, доставьте ключ к сундуку. К какому? Я теперь понял, почему ключ все время двигался. Потому что ты идешь с этим ключом. Хряб, какой хряб нафиг. Иди сюда. Обалдеть, какой страшный. Какой страшный был краб, на самом деле. Малыши, дайте-ка я вас немножко пошукаю. Там у кого-то выпала пушка, я ее подобрал, само собой. Мне кажется, сундук, вон, который там, вот, маленький, наверное, надо до него было, наверное, дотащить ключ. Скорее всего, да? Как бы других вариантов здесь нету. Так, куда ты ползешь? Любопытный, а? Ключик хотел взять, а? И всем на этот ключик почему-то по барабану. О, иди сюда. Здорово. А, нет, я все-таки подбил. Фига у меня там... Да, психанул краб. Я думаю, что там за краб так ко мне прицепился? Это шапка моя. Он еще сопротивлялся, понимаешь? Он еще сопротивлялся здесь. Супостат несчастный. Вот сколько еды. И посмотри, 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 сколько хавчиков тут с собой. Давайте набрали. Опа-на. Самурайский меч. Ко! Я черепаху смогу это победить? Фига он. Уходим. Лучше лишний раз убежать. Так, король
Пейдж мертв. Блин, я на пятом месте. Ой-ой-ой-ой, я тут спрятался он, да? Это он, прикинь, спрятался. Да успокойся ты, блин. Фиг, это Тейдж. Это, ребята, первый. Это, фу, ты первый. Это и был король. А не оборзел ли этот король? Сколько у него, блин, там хп? Извини меня, энергии точнее. Дай меч заберу. Это он? Это он. Надо как-то с ним заканчивать. С этим королем. Как по мне. Ну, вряд ли я смогу победить именно вот этим крабом. Слишком маленький. Что слишком маленький? Слишком нормальный. Ну, что ты лезешь-то сюда? И что он творит? Утырок. Да валите вы этого Тейджа, блин. Ну. Давайте, пинайте его. Есть. Чмошник. Так ему и надо. Так ему и надо. Его расхерачили так что-то и бабушки. И я этому очень рад. Я этому очень рад, друзья мои. Если бы только знали, какие у меня радости, что этого Тейджа сраного уничтожил. Меня два раза бомбанул. Понимаешь, два раза он меня, гад этакий, саданул. Ну, а что вы хотите, ребята? У меня первый клад. Мелкий. Извиняй, мелкаш. Так надо было сделать. Если бы у меня был бы... Так, ешь новорожденных отшельников. Ты посмотри, этот мелкий решил отомстить. Че это я мелким каким-то стал? Пила. Ну давай возьмем пилу. О, еще сундук. Что там? Самурайский меч. А это кто у нас там? Ну чё ты прицепился-то? Ты посмотри, а? Он за мной идет. Ну, гад, достал уже, а? Просто идет в наглую за мной, и все. Да-да-да, скритовки, скритовки. А по поводу, друзья мои, черепашек, будет тогда уже завтра у нас серия. Зря я на этого чудилу пошел. Во-первых, у меня ни оружия, ничего нету, ни защиты, нифига. Вот. А что вот эти вот мячики? Это же не жемчужины. Фига там чувачка расколошматили. Иди сюда. Хорош, давай. Ух, аж игра лаганула, ё-моё. От такой натуги. У меня размер-то, кстати, ребята, 96. Я король. Ребят, я даже достижение получил. Я король. Теперь за мной будет охота. Теперь будет за мной, блин, ребята, охота. Тебе за то, что ты на меня там свои вшивые ручки приподнял. О, щит.
Так, я что-то не понял, что это сзади там за фигня меня еще кусает? Оружие нужно, оружие. Я, извините меня, с этой... Да я думаю, что там клюет-то кто-то? Сзади этот пеликан в задницу клюет. Так, патроны. О, сундук. 500 очков. Очки, ну это очки на опыт. Слушай, я тебе скажу, что без оружия здесь ты никакой не король. Здесь фуфло. Ватное. Вот кто ты. Ну. Этих всех рвать. Ну давай, иди сюда, охламон. Сейчас по башке настучу. Твою налево, ребята. Так. Там разборки, разборки. Кто, где там, что? Ядрен матрен. Это кто? Это новый король? Краб-легенд. Где этот краб-легенд? Это он или нет? Блин, это я с голоду, ребят, уже отдуплился. А конец игры. Ну... Я побыл какое-то время королем. Нет, хорошо, может быть ранг все-таки, ребят, получим, не? Так, новорожденный отшельник. Новорожденный отшельник. Новый ранг я все-таки взял. Я все-таки его взял. Так, ну что же. А мне за это, наверное, что-то полагается, я так понимаю. Да? Сейчас глянем. Так, изменить ранг. Берем. Стандарт. Урон трещотка 100%. Что за урон трещотка, извини меня. Не, больше мне не надо. Опа. Голубой краб. Замораживает воздух на небольшой дистанции, лишая врагов возможности двигаться. Оу. Получено достижение. Голубой краб. Угу. Так, все крабы. То есть я могу сейчас вот его взять, да? О, да. Могу, ребята. Но здесь, по ходу дела... Да, тут надо его прокачивать по новой, что ли, получается? А, нет, вот это вот все... Вот здесь вот, да, ребят. Так, особое движение. Так, замораживает воздух на небольшой дистанции, лишая врагов возможности двигаться. То есть обездвиживает. Берем крабохвата. О, особое улучшение 2. Хм, голубой краб тоже получил. А, это не особое улучшение 2, это S. Ну, суператака, короче. Суперудар наш. Слушай, у нас задание здесь еще. Королевский квест, подбирай. Пиратские сундуки, вот это вот выполнил я. Ешь гальянов. А как я гальянов буду есть? А как я буду есть гальянов? Ну, просто, наверное, подходишь и ешь его. Все, очков нету. Тут еще, смотри, у нас будет скин камень. О, обувь. И вот тут еще, ребята, у них питомцы будут с нами бегать. Ну что, дорогие друзья, на сегодня, пожалуй-ка, мы, наверное, закончим эту серию. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков.